от веры больше по количеству и качеству? Как вообще получать наслаждение от веры? Наслаждение от веры — это наслаждение, когда я связан с хозяином. Я наслаждаюсь тем, что нахожусь у него, отдаю ему, и он наслаждается мной. Тут нет гордыни с моей стороны, и что я связан с ним, и у меня нет какого-то величия, чего-то, а просто от отдачи хозяина у меня есть наслаждение. Это называется свет. Ну, придем к этому и почувствуем, но можно представить себе это.